Одинцовские партийцы провели блиц-опрос ко Дню матери в Звенигороде. В нем приняли участие воспитанники, посетители Звенигородского детского дома творчества. Ребята ответили на вопросы о празднике и рассказали, что специально к этому дню приготовили небольшие подарки своим мамам и бабушкам. Как отметила директор учреждения, член партии «Единая Россия» Галина Блондинская, День матери напоминает о том, что семья – самое важное в жизни любого человека.